Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Chrysler Pacifica 2006 года выпуска, объемом 3,5 литра EGN. Пробег двигателя составляет 130 795 километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Присутствуют шумы, отсутствие глушителя. В автомобиле срезали полностью весь глушитель. И поэтому такой у нас звук. Сразу же покажу, двигатель весь чистенький, масла, потеков полностью нигде нету. Работа двигателя хорошая. Шумит только правый вот ролик, я вижу, натяжителя. На автомобиле у нас пробег 130 тысяч. Протестируем мотор. Шум будет, конечно же, мощный, потому что нет у нас глушителя. Двигатель отличный. Висит ошибка, но ошибка, конечно же, из-за отсутствия глушителя. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При установке на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.